зрителям, подписчикам привет. Сегодня будем строить две теплицы арочные, крепыш. Одна 3 на 4, другая 3 на 6. В шестерке будут две фрамуги. Все это на брусе. Пока разложились, приступаем к работе. Каркас у нас стоят. Закрепили их к брусу, выровняли. Сейчас будем крыть поликом. У нас закончился монтаж. Напоминаю, сегодня строили теплицы арочные крепыш. Одна длиной 6 метров, другая длиной 4 метра. Обе 3-метровой ширины. Цельные двери с одного торца, у той и другой теплицы. С обратных торцов установлена форточка торцевая. Каркас сделан из профильной трубы 20 на 40. Сверху приварен усилитель. Труба мощная, поэтому арочная крепыш называется. Также сделаны у нас коньковые фрамуги, две штуки. Это в шестерке, в четверке таких не имеется. Имеются диагональные усилители в обоих теплицах. Стоит все на брусе. Брус 100 на 150 ребром и закреплен к земле с помощью якорей. Также брус пропитан антисептиком. Покраска каркаса полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. Пойдем в другую. Пока идем, про поликарбонат скажем. Он 4 миллиметра, 0,7 плотность, все торцы защищены торцевым профилем. Также на каждой теплице установлен резиновый торцевой уплотнитель. Вот и четверка, все точно так же. Форточка, дверь цельная, брус 100 на 150, такой же каркас, такие же усилители, такой же поликарбонат. И точно такое же качество. Вот такие две замечательные теплицы у нас получились. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы и пишите свои комментарии. Всем пока!